Друзья, всем привет! С вами Максим на канале Строим Правильно. Пишу видео из Челябинска. У нас сейчас идет активно стройки из газобетона. А газобетон сезонно очень сильно подорожал. То есть в начале сезона его можно было купить в районе 4500 рублей за куб. Сейчас он стоит на рынке 8500. Если у вас хорошее отношение с рынком, можно взять по 7500. И без всяких отношений, если у вас хороший объем, с завода можно взять в районе 7000 рублей за куб. Но дополнительно надо будет заплатить за доставку. В общем, цены кусючие. На коробке это очень сильно отражается. Но для тех, кто хочет строиться, я думаю, это не помеха. Таких заявок у нас достаточно много. И тех, кого цены не пугают, как правило, ипотечники. Для тех, кто хочет сэкономить и не строится сейчас по максимальным ценам, ждем октября, ноября, декабря, января, февраля. Начинаем закупки и подготовки к строительному сезону 2024 года. Кому нужно, поможем подготовить сметы, рассчитать проекты, построить по максимально выгодным деньгам, насколько это будет позволять ситуация и время, в котором будем находиться. В общем, для тех, кому нужно построить дом из газобетона, построить дом в ипотеку, мои контакты в описании. Обращайтесь.